муравейчик. 60 килограмм. Мой муравейчик таскает бигрост. Мы поехали на УАЗике в другой район нашего города. Мы живем на Гальянке, а поехали на вагонку. И для того, чтобы нам туда съездить, нам надо выгрузить вот эти вот все вещи, такие как бикрост и стекла. Стекла это нам отдали, а бикрост Женя в том году покупал, он хранился в подполье у нас. Сейчас он его привез. Это для фундамента же, да, тебе? Подкладку. Угу. Вот, а для чего мы освобождаем УАЗик? Для того, чтобы съездить за холодильником, который мне отдает бабушка моя. Она себе купила новый. Так вот, наверное, на себя переверну. Всем привет еще раз. Она себе купила новый холодильник, а старенький решила отдать нам. Поэтому вот мы сегодня едем. И еще я договорилась по рекламному вестнику. Мне нужен комод пеленальный очередной. У меня беременский бзик. Вот хочу комод и все. Хотя у меня есть и шкафы, и комоды. Но я и хочу именно пеленальный комод. Я уже говорила где-то в других видео об этом. Поэтому вот договорились. Сейчас все выгрузим. Женя заедет за другом, чтобы он помог ему погрузить холодильник. Ну и поедем. Сейчас, правда, еле доехала. Я не знаю, меня на УАЗике так бултыхает. У меня там ребенок, как рыба в аквариуме, врезается мне головой в таз. Поэтому что-то как-то совсем некомфортно было ехать. Но, может быть, по асфальту будет уже лучше. В общем, сейчас пока разгружаемся. Муравейка. Ты муравейка у меня. Больше своего веса два раза, блин, поднимает все время. А то и в три. Еду, трясусь на УАЗике. По полям, по долам. Забрали мы холодильник у бабушки. Купили комодик, еду довольная, счастливая, трясусь. Животик мой трясется. Женя тоже довольна. Вот, что, накручивается, то трясет ее, то не так. То по кочке провез. Вот это как. Видите, нас загрузили по полной программе. В общем, везем домой. Добро. Очередное. Что-нибудь дособерем где-нибудь. Мы с тобой мухи-поперухи. В детстве, знаешь, дразнят. Подберешь там какую-нибудь пакость. А, муха-муха, подберуха. А нам в хозяйстве все пригодится, да, Женя? Особенно если это надо ангар построить тут. Благотворительно еще дарят. Женя так таскал холодильник, что даже штаны себе порвал. Сейчас Сильзе расскажет. Сказал, говорит, концертные мой парад на выходные штаны порвал. Дождик начался, едем домой. Ехали с Женей домой, заехали. Здесь вот база делают, шлакоблок. Женя, он разговаривает с мужчиной, ходил посмотреть. Сейчас расскажет, что. Сейчас узнаем все места, где подешевле, где покачественнее делают. В общем, здесь вот на базу заехали, здесь делают шлакоблок. Ну, качество непонятно. Не совсем непонятно. Дыры с одной стороны, с той стороны светятся. Из которой надо. Шлакоблоки? Да. В какую горку нам надо подняться. Едем обратно уже домой. И что, дешевле, чем? 2500. Это дороже или дешевле? Или как везде? Дороже. За котельные 2400. Mm. 500. Что, типа качество лучше? Он говорит, что лучше. Каждый же говорит, что у него ну, лучше. Ну да, конечно. Это надо ехать смотреть. Вот тут мне не очень понравилось то, что у него дыры сквозные, некоторые просвечивают аж сквозные дыры. То есть нету верхней этой полочки, блока. Боже мой, щенята так лают. Щенят? Да, это щенятки. Один другого там что-то на полянке кусает. Надо УАЗик ремонтировать. Сцепления почти нет. Байкеры. Путешественники. Едут.
байкер путешествует. УАЗик это тоже как мотоцикл байкерский. Сейчас, наверное, все шумно. Что не слыхать, все прибежит. Я тебе не Инфинити. И даже не Мазда.